Здравствуйте. Это программа «Спорт 100» и я ее ведущий Дмитрий Марков. После того, как сборная России не вышла из группы чемпионата Европы 2016 года, терпение болельщиков, видимо, лопнуло. Москвичи Никита Якушев и Эдуард Ахмедов записали обращение, вызвав на товарищеский матч сборную России по футболу. Они уверены, что команда из народа умеет обращаться с мячом не хуже, чем команда сборной России. Каждый из нас хотя бы раз задавался вопросом, неужели среди 146 миллионов жителей Российской Федерации нельзя найти 11 человек, которые хорошо умеют играть в футбол? После очередного провала мы поняли, что хватит задаваться таким вопросом, и решили собрать свою команду из народа. На обращение болельщиков сборной России провести несколько матчей с профессионалами уже отреагировал председатель комитета Госдумы по физкультуре, спорту и молодежной политике Дмитрий Свищев. Он назвал это классной идеей и предложил футболистам сборной согласиться, потому что ни в коем случае нельзя игнорировать болельщиков, любителей футбола, которые переживают за свою страну, за сборную, сказал Свищев. Видео обращение вызов сборной просмотрело уже более 600 тысяч пользователей интернета. Не исключено, что на эту идею ребят натолкнул фантастический успех сборной Исландии, который стал возможен благодаря всеохватности футбольного движения страны, что поддерживается там на официальном уровне. Между тем, в России идет активная подготовка к 21-му чемпионату мира по футболу, который пройдет на территории нашей страны в 2018 году. Более 1 миллиона гостей и болельщиков смогут посетить футбольные матчи, которые пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и во многих других городах. Продвигать туристический продукт России в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года будут 120 агентств из 34 государств мира. 1 июня президент России Владимир Путин дал старт самой массовой волонтерской программе на чемпионате мира по футболу 2018 года. Стать волонтером может любой житель нашей страны, достигший 18-летнего возраста. Более 15 тысяч юношей и девушек в течение месяца станут визитной карточкой нашей страны. В Ненецком автономном округе также активно идет развитие футбола. Регулярно проводятся соревнования как среди школьников, так и среди мужчин. В этом году впервые был проведен чемпионат среди ветеранов. Стремительно идет разработка по созданию в Нарьян-Маре профессиональной мини-футбольной команды. Также идет разработка проекта о создании народной футбольной лиги. Положение турнира должны разослать по регионам, и команда из Ненецкого АО примет участие, рассказывает президент Федерации мини-футбола ВНАУ Игорь Лузгин. Схема турнира будет такой же, как и в ночной хоккейной лиге. Играют ветераны, футболисты без профессионального прошлого. Поле чуть меньше стандартного. Также в Нарьян-Маре проходят школьные соревнования на большом поле «Кожаный мяч». Закончился сезон спортивных мероприятий у футболистов. О том, как себя показали наши спортсмены и в каких спортивных мероприятиях принимали участие, нам расскажет гость нашей программы, тренер по мини-футболу Дворца спорта «Норд» Рочев Дмитрий Иванович. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Вот первый вопрос я хотел бы задать. Какие вот были спортивные мероприятия в этом сезоне? В этом году у нас, в принципе, состоялись все соревнования, которые были запланированы на кружном уровне. Это соревнования по большому футболу среди детских команд и взрослых. Соревнования все по мини-футболу. Это Кубок округа, чемпионат округа и проект мини-футбол в школу. А вот как они прошли? Ну, то есть, у нас, в общем-то, во всех турнирах участвует больше 8 команд. Это в большом футболе. В мини-футболе у нас участвует до 15 команд, играет. Ну, и в детских группах у нас тоже до порядка 20 команд в разных возрастных группах. А вот кожаный мяч и футбол в школу, это они тоже среди школьных команд проводятся же, да? Да, мини-футбол в школу мы проводим, команды играют чисто, каждая школа играет отдельно за себя. И, то есть команда выигравшая имеет право принимать участие в играх Северо-Запада. А среди них есть команда, вот, которые прям фавориты, которые из года в год выходят в финал, становятся лидерами? Ну, так скажем, не тоже. Ну, фавориты команды – это именно школа. Ну, соответственно, это всегда команда школы поселка Искатели и команда школы 4. А вот почему так у них сложилось, не знаете? Именно Искательская школа, они, ребята, всегда играли в футбол, а 4-я школа, то есть сама школа по себе большая, и то есть там набирается и хватает ребят, чтобы сыграть достойно за честь округа. Вот, мини-футбол в школу, там финал проходит дальше, переходит в этап Северо-Запад. То есть, а в этом году они ездили? К сожалению, в этом году у нас финансовое положение не позволило куда-то выехать ребятам. Вот, но вроде бы как на следующий сезон нам уже какие-то там надежды подают, что помогут спонсоры, нефтяные компании, та же Башнефть нам. И возможно, что команду уже начнем выезжать на соревнования Северо-Запада. А вот в прошлом году ездили? В прошлом году мы ездили, вывозили команды трех возрастных групп, но, к сожалению, в том году немножко нам не повезло. Попал возраст немножко, не возрастная категория была не наша, и не очень удачно в том году выступили.
А, какое место? Ну, мы, то есть, там, ну, команды этот, выше пятого места не было. То есть, ну, там, пятое и по восьмое место. А вот были такие времена, ну, год какой-нибудь, что наша команда выходила в призеры? Вот? Ну, буквально 2 года назад наша команда в основной группе 1998-99 год рождения стала победителем Северо-Запада и заняла 2-е место на финальном этапе, ну, российском финальном этапе. А, и потом все, не получилось больше. Да? А вот после России, то есть они больше никуда нет, ни на Европу, ни на мир? Нет, ну там, то есть все уже становишься победителем, ну, с России, а так, ну, каких-то дальше там нету, да, как говорится, продвижения. А вот у нас есть вот сейчас появляются новые кандидаты или мастера спорта? Есть ли вообще у нас по футболу в Ненецком округе? Так скажем, они сейчас, ребята возвращаются, которые, ну, наши, так скажем, воспитанники, которые начинали заниматься, они уже играли в командах высшей лиги, ну, в чемпионатах России. Ну, то есть уровень-то уже футбола повышается у нас. Футбол, мини-футбол в округе повышается. А вот есть у нас такая вот команда, какой-нибудь спортивный школ, которая подает надежды, что могут становиться там чемпионами России, например, или чемпионами Северо-Запада округа? Ну, именно команду нам сделать тяжело, потому что все-таки игровой вид спорта, то есть, может быть, где-то в каких-то дисциплинах, где, ну, индивидуальные показатели, ну, проще сделать, то есть, а команды нам, ну, все-таки тяжело собрать город, ну, население, округ небольшой, и именно команду сделать это очень тяжело. Вот наши футболисты вот после закрытия сезона выезжают куда-нибудь на сборы, дальше тренироваться в другие города? Ну, как говорится, когда этот, ну, было получше с финансированием, с финансовым положением в округе, то у нас получалось выехать. То есть, ну, все равно команду одну вести, это на человек там, ну, 20. То есть, а сейчас это уже не получается, и ребята уже, как говорится, ну, сами отдыхают и занимаются. Вот здесь играют сейчас на площадках, на поле. А у вас было такое место, прям застолблено, которое вот вы ездили постоянно? Какой город, например, вы ездили на сборы? Ну, нет, это, как говорится, такого постоянного места нет, все равно где-то смотрим, выбираем уже, где, как говорится, условия получше прилагаются и все такое. А вот в межсезонье проводятся какие-нибудь чемпионаты или первенства по футболу, например, на искательских площадках? Среди мужчин также? Ну, где-то вот мы сам-то сезон, ну, мини-футбол заканчиваем в мае. В мае заканчиваем футбол сезон по мини-футболу. И сейчас пока перерыв у нас получается до августа, потому что, ну, многие разъезжаются, в городе уже нету, и тут какого-то смысла большого играть не, ну, не играем, да, уже. А вот что планируется в августе? В августе должен начаться чемпионат округа по большому футболу на стадионе. Среди мужских команд? Или? Среди мужских команд, да. И там в сентябре, как обычно, среди школьников. А вот у нас мужских команд сколько вообще в округе? Много? Интересуется футбол? Ну, вот большой футбол собирается порядка 8 команд, он говорил. А в мини-футбол у нас до 18 команд было собиралось. Играли в 3 лигах. Это сейчас, ну, старшая, как бы высшая группа, потом первая лига. И уже начали собирать команды ветеранов. Это кому старше 35 лет. И вот последний вопрос я вам задам. Как сейчас обстановка вот с популярностью футбола? То есть посещают, любят футбол, не любят? То есть посещают спортзал, нет? Ну, так скажем, тренеров в городе, ну, хватает. То есть каждый, есть у нас старт, лидер, норд, ну, искательская дюш. То есть, ну, в каждой группе порядка 5-6 команд мы собираем. Это хорошо, потому что раньше было, ну, и по 3 команды в группе, где-то младшие или старшие собирались. То есть, ну, я считаю, что уровень неплохой у нас. И дети ходят, и, ну, и секции футбола полные. Спасибо, Дмитрий. Это была программа «Спорт 100» и я ее ведущий Дмитрий Марков. Занимайтесь спортом и будьте здоровы!